Мама, пожалуйста, потише, я видео снимаю. Пожалуйста, потише, я видео снимаю. Спасибо. Всем привет! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня такой будет быстренький мукбанг, очень быстренький, очень-очень быстренький. У нас борщ, я знаю, что не по сезону, вот, но мне захотелось. Еще я хочу продемонстрировать вам ложку, которая была в комплекте с такой кружкой, на которой написано YouTube. Да, обожаю свое хобби, обожаю, обожаю. Вот здесь три в одном, кофе у меня. Многие пишут, ну, зачем тебе это три в одном, он ужасный и так далее. Но я очень люблю делать три в одном и сверху, знаете, так, такую взбитые сливки. А, точно вспомнила. Итак, давайте приступим и буду отвечать на ваши вопросы, которые... Мой телефон, я его столько роняю, ребят, столько роняю. Я думаю, что скоро ему настанет просто капут. Он просто откажется от меня и скажет, пошла ты в зад. Борщ. Мама сказала, что борщ это зимнее блюдо, и сейчас как-то тупо его готовить и снимать мукбанг. Но, блин, я люблю борщ. Я не знаю, как вы, но я прям вот балдею от борща. Украине привет. Спасибо вам за борщ. Я еще, знаете, что подумала? Я думала, что каждый раз снимать какое-то блюдо, национальное блюдо, кого-то, да? Например, сегодня я снимаю грузинские хингали. Ставлю флаг Грузии, немножко, например, даже рассказываю то, что я знаю про Грузию. Сегодня у нас украинский борщ. Вот. Немного рассказываю про Украину, что я знаю про Украину. А в общем-то ничего. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях ваше национальное блюдо. Вот, может быть, я тоже приготовлю и сниму для вас мукбанг. Честно, когда мне пишут по-украински, я реально не понимаю. Но мне приятно, что меня смотрят из Украины. В общем, давайте поотвечаю на вопросы. Айка, скажи, пожалуйста, честно, что больше тебе понравилось, губы или ресницы? Заранее спасибо за ответ. Да. Мне понравилось и то, и другое, но я знаю, что вам ресницы не понравились. Я устала уже читать комментарии о том, что ресницы не очень. Возможно, изгиб не мой. Но я сама захотела. И обвинять мастера в том, что она сделала что-то не так, это неправильно, мне кажется. Я сама захотела длинные, и чтобы вот эти вот края были как лисий взгляд. Она бедная мне сделала, и все начали меня ее хейтить. Но она очень ловко делала, ребята, я вам так скажу. И видно было, что она не такая, знаете, самоучка, сама что-то научилась и начала мне делать. Нет, видно было, что профессионал. Губы, я просто в восторге. Как вы видите, они конкретно уменьшились. Отек уже спал. Вкусняша. Я не жалею ни о том, ни о другом. Просто ресницы я не уверена, что я и дальше буду делать, потому что мне неудобно красить глаза, когда у меня ресница. То есть тени осыпаются на ресницы. Я слышала, что нарощенные ресницы тушью красить нельзя. Я не знаю, что делать. Как вкусно.
Просто маловато. Сильно маловато. Это мама рассказывала, что у мамы есть сестра. И они ходили, например, в гости к кому-то. И там предлагали. Ну, к примеру, вы будете борщ, да? Ее сестра говорила, ой, нет, нет, Гюля, она на диете, она не ест. И мама такая сидит, ей стыдно сказать, нет, я не на диете, я хочу. И получается так, что ее сестра берет тарелку себе и начинает при ней кушать. Потом в следующий раз идут опять куда-то, спрашивают вам сколько. Ой, Гюль, не накладывайте, она не ест. Если бы со мной так поступила моя сестра, я бы сказала, что значит не ест? Айка ест. Айка еще как ест. Мне, пожалуйста, двойную порцию. Вот у меня, когда иду в гости, просто просыпается такой аппетит. У кого тоже так, пишите в комментариях. Вот я не знаю почему. Вроде, например, то же самое блюдо есть и у нас, да? Но когда в гостях, мне хочется так много. Может быть, потому что я себя сдерживаю, что все не говорили, о, сколько она жрет. Вот. Здесь у нас мясо. Борщ с мясом. У нас с братом всегда была такая тема. Мы приходили домой и говорили маме, наша соседка приготовила такой классный, не знаю, супчик. Так классно. И мама всегда такая, а я здесь, значит, целый день на кухне. Я, значит, плохо готовлю. Маму это обижало. Еще меня, знаете, что бесит? Мы идем куда-то в гости. Моя мама говорит, не налетай сразу на еду. Я говорю, еду положили на стол. Зачем? Для красоты, что ли? Неправильно? Может, я не очень культурная. Все возможно, но... Еда остывает, и все вот так вот сидят. Какой шашлычок. И думают, блин, как-то непривычно налетать. Я такая... Не врубаюсь, начинаю есть. Раньше в детстве я это делала. Мама всегда такая так делала. Ребенок, да. Ей же не объяснишь, она ребенок. А сейчас мама говорит, ни хрена, ты не ребенок уже. Умей контролировать себя. Ну, типа праздник, день рождения. Все сидят, все остывает. Например, кого-то ждут. Или никого не ждут, просто стесняются. И тут я, знаете, так делаю. Вот так. Начнем. По-другому никак, ребят. Какой помидор? Какой помидор? Вкусно. Я когда снимаю видео в этой комнате, у меня как будто настроение другое. Вот как будто настроение такое, знаете, игривое. Не знаю, почему так. Тут, значит, вопрос. Почему вы поссорились с Фати? Ребята, я уже миллион раз говорила про это. Но наши отношения очень изменились после этой ссоры, если честно. Мы как-то осторожно говорим что-то друг другу. И мы реально много общаемся. Мы всегда много общались. Мы настолько много общаемся, что у меня парень мне предъявляет, что сколько можно с ней. Сколько можно. У него просто у парня такой характер. Например, он пишет в WhatsApp, правильно? Он хочет, чтобы моментально был ответ. Но, блин, я могу в этот момент переписываться с кем-то с другим. С другой.
Я, например, не смогу моментально тебе ответить, и это нормально. Он это не понимает. Ну, например, отсылает мне какую-то сердечку. Если я, например, час, и я не прочитала, то есть нету вот этой голубой галочки, это ему уже не нравится. Мамуля, прости. Кто придумал? А, украинцы придумали. В общем, из-за вот таких вот мелочей у нас бывают недопонимания. Эти недопонимания приводят к тому, что он мне начинает предъявлять. Я в свою очередь всегда обещаю, что я больше так не буду. Он говорит, что это уже смешно. Я реально не успеваю. Мне, например, по рекламе пишут. Я же не могу человеку сказать, слушай, я тебе отвечу через час, тут у меня парень. Он меня спалил, что я в онлайне. Требует к себе слишком много внимания. Надо написать «доброе утро». Надо написать «спокойной ночи». Я в этом плане вообще как животное. То есть мне не напишут, я думаю, ничего. Например, мои подруги, они не такие. Мне просто нету так много времени, чтобы сидеть, прям переписывать. Мне вообще, знаете, терпения нету писать. Вот писать я вообще не могла. Никогда я не пишу, я всегда отправляю войсы. Я когда в Инстаграме выставляю фотографию, там начинаются комментарии. Кто-то просто пишет что-то хорошее, спасибо вам огромное, а кто-то задает какой-то вопрос. Я стараюсь отвечать по возможности, но минимум на 100 комментариев я отвечаю. Иногда мне хочется прям всем войсы отправить. А как в комментариях ты отправишь войс? Поэтому приходится печатать. Не люблю печатать. Ненавижу. В общем, на этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите быть уведомленными заранее о моих новых видео, о любых там конкурсах, если хотите участвовать в мукбанг с подписчицей. Также обязательно подписывайтесь в инстаграм, когда я поставлю пост о том, что я ищу такого человека, просто отвечайте на историю и отправляйте свои видео. Всем приятного аппетита, всем пока!